Всем привет, друзья! Вы на канале Большая Банка. Сейчас мы посмотрим на Диму, который прозанимался 1,5 месяца. Посмотрим на его результаты. Вес вы уже видите в правом или в левом в углу. Широчайшую, давай, напряги. Вперед, теперь руки. Он позировать не умеет, но это не страшно. Результат видно. Так, друзья, только рвение, терпение, питание и сон приблизит вас к данному результату. Местный Тайсон. Ребят, вот этого паренька забрали с улицы, да, и у него множество вредных привычек было, курение, алкогольная зависимость, да, мы все делаем для того, чтобы он отказался от этого, чтобы начал вести здоровый образ жизни, стал крепче, сильнее, мужественнее, понимаете? Давайте, выходите с улиц, подтягивайтесь в зал и ебашьте вместе с нами. Все зависит от вас, первым делом. Вот, не будет желания, не будет результата. Вместе мы сила. Вот этот утяжелитель возьми, на. Ну что, как ощущение? Красава! Скажи нам, Дмитрий, как изменились вообще твои, как бы, мировоззрения после того, как ты начал заниматься спортом активно? Ну, естественно, улучшилось состояние здоровья, лучше стал себя чувствовать как физически, так и внутренне. Питаться стал побольше. Аппетит появился. Аппетит появился, да. Регулярно, да, стал питаться? Регулярно, побольше. Раньше ел раз в день, сейчас 4, 5, 6, до 6 даже доходит. Ну, как сами видите, немножко. Отвлекали от этих привычек. Пятачок набрал вообще прям недельки за 2, за 3. Так что будем стараться работать над собой. Занимайтесь спортом. Всего самого. Большая Банка. Самое лучшее. Смотрите, подписывайтесь. Всего хорошего. Пока.